Вот сейчас весь зал будет поддерживать вот новую француженку. Очень симпатичная девочка. Совершенно потрясающий прокат продемонстрировала Лорен Ле Кавалье в короткой программе. На 14 баллов обновила личный рекорд. Естественно, никогда у нее не было таких баллов, которые ей сейчас нужны, чтобы выйти в лидеры. Она даже сотни за произвольный не набирала никогда. Вот крайне любопытно на нее посмотреть. Саундтрек к фильму «Взятка». Ну, если первые полпрограммы я еще сомневался, влюбиться мне в Ле Кавалье или нет, то после вот этого экзорсиса с платьем никаких вообще не может быть дополнительных мыслей. Жалко, конечно, что два упала спортсмена.
очень хорошо откатала. Великолепный просто. Хорошая программа, но два раза хорошо. Упала тоже. Возьмите себя в руки. Знаете, чтобы влюбились, никто не против. Но так же нельзя. Ну нет, для себя, скажем так. Для себя она откатала очень хорошо. У нас следующая жизнь Медведева, кажется. Для себя. Вы ее видели раньше когда-нибудь, как она каталась для себя или для тебя? Да. Вот она, что-то и дело. Я ее и не узнаю. Симпатичная, симпатичная девчонка. Мне нравится ее стиль катания. Она понимает, что она делает, что она молодая, хорошенькая. У нее очень симпатичный вот этот костюм. Изумительный совершенно. Такой типичный французский. Вот такая маленькая кофточка Шанель с бантиком, которую ты узнаешь где угодно. Вот. И вот это, так сказать, платье, когда она дергает такое... Есть такие мастерские, которые делают. Это, кстати, не запрещено. Это не должно отразиться в оценке. Не должно. Только за падение пока отражается. Вот, да. Потому что остальное нормально. Это дернешь за веревочку, двери откроются, такие есть платья. Да. Так открывается. Я просто знаю, потому что я занималась, когда была в театре, вот этими платьями, которые за одну секунду делаются совершенно другими, да? И к стилю вузов это действительно очень-очень подходило. Вообще я люблю всякие новшества. Это уж не такое новшество, но во всяком случае... Ну нет, оригинально. Тебе, да. Симпатичная девочка появилась во Франции. Почему она как-то очень резко спрогрессировала? Не было у нее фактически ничего, даже близко похожего в прошлом сезоне. И тренер такая прелесть. Вот она растет молодежь. Если они не заберут ее, не... Да, парная. Хорошие. Обе. Обе очень хорошие. Ну, молодцы. 20 баллов фактически собственному личному рекорду привозит Лорин Ле Кавалье. Вот посчитайте, 14 в короткой, 19 в произвольной программе. Спортсменка на 33 балла обновила личный рекорд за одно соревнование. Очень здорово. Молоденькая, быстро учится. Молодец. Пока она третья, она уступает Мэй Беренис Мэйтэй, естественно. Она сейчас Женя будет уступать. А нет, Мэйтэй она обыгрывает.